Супруги Бучковы уверены, что в преклонном возрасте следить за здоровьем просто необходимо. Нет времени болеть, нужно воспитывать внуков. Чтобы без опасений общаться с родными и жить полноценной жизнью, привились сразу же, как только появилась вакцина. Мы не можем с дедушкой тоже не привиться, чтобы поболели. Это ж такая болезнь. И мы быстренько все привились. И вот сейчас дети уже повторно, уже второй раз привились. А мы вот сегодня идем. Мы записались. Добраться до пункта вакцинации Саве и Зинаиде Бучковым помогает соцработник Светлана. На попечительстве супруги находятся с 2019 года. Светлана помогает им оплачивать услуги ЖКХ, ходит за продуктами и лекарствами. А с недавнего времени сопровождает супругов и во время каждого похода в поликлинику. Вакцинация не исключение. Когда, вот, допустим, необходимо сопроводить в больницу, ну, допустим, занять очередь, либо записаться на прививку, мы это все делаем. Приходим, записываем, занимаем очередь, ну, потом вот сопровождаем до больницы. За свою безопасность соцработники не волнуются. Практически все сотрудники Тольяттинского центра социального обслуживания населения привились, поэтому без опасения приходят к подопечным. Сотрудников 81 человек, 78 из них привитых, 3 человека не привиты, не успели. В этот момент заболели, в настоящий момент у них медотвод. Как только медотвод пройдет, естественно, они первым делом пойдут делать прививку. И как привитые от коронавируса, также прививаются и от гриппа. Вакцинация от ковида эффективна и пока единственный способ обеспечить выработку коллективного иммунитета. В сложившейся эпидобстановке очень важно быстрее защитить людей старшего поколения. Они находятся в группе высокого риска тяжелого течения заболевания, поэтому привиться для них жизненно необходимо. Михаил Ермоленко, События.